has just declared war on the U.S. The Georgians hit our communications, transportation, power grids. We still don't know how extensive the damage is. Your mission just became critical. You know what you need to do. Здорово всем, пацаны, с вами Бодрадин. Будем проходить сегодня Tom Clancy's Splinter Cell, самую первую часть 2002 года от создателя Ubisoft Montreal, Канада. Сейчас, у меня стоит русификатор, у меня стоит Full HD качество, full screen, я забивал сюда, игра лицензия. Ну ладно, это не особо касается кого-то. Очень запуск игры, новый профиль. Да, на нормальной будем сложности играть, этого хватит. Так, английский. Так. Да, следующая игра будет Lone Wolf, пацаны. Она идет на PS1, я буду через эмулятор ее запускать, но это будет не скоро, только в октябре, наверное, создать. Canceled a trip to Georgia this morning after the suicide bomb assassination of that country's president by separatist rebels from the Abkhazia region. Continued fighting in the Abkhazia and South Ossetia regions has hindered Georgia's hopes of integration into Western institutions. Industry baron Combain Nikolad seized power today in a bloodless coup, installing himself in the presidential palace behind a wall of political and military support. The charismatic billionaire plans on holding elections within a matter of days to affirm his seat of power, and promises a pristine and profitable relationship with America and the West. Bringing high-speed fiber-optic connectivity to areas of Eastern Europe that less than a decade past didn't have telephones. The technological leap is due largely to the efforts of rising information industries in the Netherlands, and especially Georgia, where President... The Vice President called his visit to Georgia an honor, and called Georgian President Combain Nikolads a man with his eyes on the future. Ой, так, сейчас подожди, сверну игру, блядь. Что-то у меня там это хуйня какая-то. Блядь, по-моему, много видео я сделал, сейчас, секунду. Так, все нормально. Тренировочная база ЦРУ, Кемп Перри, штат Вирджиния, 7 августа 2004, 604. Докажи, что ты именно тот, кто нам нужен. Вы агент Сэм Фишер, и теперь вас пригласили работать в особый отдел, который создан для активной оперативной работы Агентства национальной безопасности по инициативе третьего эшелона. Вы должны показать, на что способны, прежде чем вам поручат секретное опасное задание. Фишер, не могу поверить, что ты превзошел меня. Мне нравится быть лучшим. Привет, полковник. Можешь называть меня по имени. Комната защищена. Ламбер. Рад снова видеть тебя. Думаю, дела в УНБ идут неплохо. Нормально. Все были очень осторожны в том, что мне разрешено знать. Такова природа агентства. Мы не позволяем никому знать все. А поэтому мы должны работать все вместе. Даже несмотря на то, что я буду действовать в одиночку. Нам будут сообщать о твоем положении столькими способами, что ты даже вообразить не можешь. И мы будем на связи через твои наушники и ПСС. Так же, как мы общались на тренировке? Ну да. Прости, что заставили тебя пройти подготовку. Я знаю, что ты следишь за своей формой. Я несколько лет не участвовал в полевых операциях. Я знаю, но мастерство не пропьешь.
Как нельзя разучиться кататься на велосипеде? Или носить большие звездочки. Ага, поосторожнее, Фишер. Все, что мы говорим, прослушивает. Ты знаешь, какое у нас нервное начальство по поводу соблюдения свободы слова? Я справлюсь. Нужно быть лучшим, а не справляться. Третий эшелон — это новое начинание. Роль агрессивных разведывательных операций, которые будут проводиться в будущем ОНБ, будет сильно зависеть от твоей работы. Увидимся на той стороне полигона. Ладно, Сэм, давай начнем. Ты меня хорошо слышишь? Привет. Хорошо, это означает, что имплантированные динамики работают нормально. Да, тут техники хотят откалибровать твое снаряжение. Ты можешь повернуться к красной аварийной лампе на стене слева от тебя? Отлично. Теперь к той, которая справа. Ладно, теперь тоже для вертикали. Посмотри на еще одну лампу на стропилах под потолком. А, ёпт. Отлично. Теперь посмотри на ту, которая на земле, прямо перед тобой. Ладно, Фишер, мы постараемся покончить с этим как можно быстрее. Начнем с простого. Залезь на выступ вон над тем бассейном. Нажмите прыжок Shift в основании выступа, чтобы ухватиться за него. Нажмите пробел и продолжение. Вот тут мы и посмотрим, что ты можешь. Ты перед основным полигоном. Я вернусь, когда ты пройдешь его. По умолчанию вы двигаетесь шагом. Используйте клавишу ускорения колесика мыши вверх, чтобы увеличить скорость Сэма. Используйте клавишу замедления колесика мыши вниз, чтобы уменьшить скорость Сэма. Нажмите для продолжения. Так, куда мне? На лестницу? Чтобы заставить Сэма карабкаться по лестнице, просто подойдите к ней и прыгните на нее. Чтобы использовать канат, встаньте под ним и нажмите прыжок Shift. Вы можете карабкаться по вертикали трубе или по балке, точно так же, как по лестнице. Или балка. А, вот это. Чтобы присесть, нажмите «За» в таком положении, он движется медленно, но тише, да, вот так, да. Стоя у эскот в пароходе между стенами, Сэм может выполнить двойной прыжок. Чтобы выполнить двойной прыжок, встаньте рядом со стеной и нажмите прыжок Shift, начав падать. Нажмите Shift еще раз и удержите его на сжатом. Блять. А как тут? Нихуя не понял. Может, надо вплотную подойти? Нихуя себе. Это надо ближе к стенке, да, подходить туда? Ну-ка, еще разок. Надо оттачивать технику, ебать. Бля, ну я понял, все, заебись. Бля, уже игра нравится, пиздец. А, чтобы ползти по трубе или балке на руках, нажмите прыжок Shift и Сэм схватит за нее. Бля, как Человек-паук, реально, как Человек-паучок ползет по трубе, бля. Игра балдежная, пиздец. Я про нее слышал, но никогда в нее не играл, короче. Но я слышал про нее много. Их частей мало, по-моему, всего 6. Чтобы уменьшить видимость или чтобы миновать препятствия, ползя на руках под трубой, нажмите присед C и сам потянет ноги. Да это я уже сделал.
куда дальше-то? Всем может залезть на ограду или решетку, точно так же, как и на лестницу или трубу. Чтобы заставить всем прижаться к стене, встаньте к ней лицом и нажмите Q. Когда всем доберется до угла, он выглянет из-за него. Выглядывая, всем может выстрелить, нажмите Q еще раз, чтобы отойти от стены. Да, подожди, где? Подожди, по-моему, не тут, вот тут. А, вот, на D. Я понял. Хорошая работа, Фишер. Как только ты сумеешь пройти через ворота, мы перейдем к тренировке секретных операций. Если всем нужно добраться до очень высокого выступа, он может спрыгнуть на него с ближайшей ровной поверхности. Встаньте поближе к одной из стен, нажмите прыжок Shift и, находясь в воздухе, нажмите прыжок еще раз. Сюда что? А, сюда. Ты переходишь к секретной операции. Цель — проскользнуть по территории, оставшись незамеченным. У нас там есть свои люди. Несколько лучших инструкторов ЦРУ любезно согласились стать твоими жертвами. Иконка идентификатора скрытности показывает, что у вас есть новая информация в ПСС. Раздел «Цепи» в нижней части экрана информирует вас о текущей задаче. Нажмите Escape, чтобы открыть свой ПСС и проверить новую информацию или построить более подробную информацию по цепям. Угу. Чтобы открыть дверь, встаньте перед ней и нажмите клавишу взаимодействия «Пробел». Кроме того, вы можете взломать дверь, выбрав пункт «Взломать дверь», нажимая клавишу взаимодействия «Пробел». Следующая дверь заперта, сэр. Тебе придется воспользоваться своей отмычкой, чтобы пройти через нее. Чтобы достать свои отмычки, нажмите и удержите клавишу быстрого инвентаря Катарелла и используйте мышь, чтобы перемещаться в меню. Выберите отмычки в разделе «Принадлежности». Чтобы вытащить штифт, вы должны нажать соответствующую клавишу движения по умолчанию ВС, А или Д. Когда вы услышите и увидите, что штифт начал двигаться, нажмите ту же клавишу еще несколько раз, пока он не будет освобожден. Повторите это действие, пока не освободите все штифты. Я профессионал. Следующая дверь заперта кодовым замком. У парня, охраняющего дверь, есть код к этому замку, но ему приказано не сотрудничать с тобой. Убеди его в обратном. Бесшумно подберите своего противника сзади и нажмите клавишу взаимодействия пробела, чтобы схватить его. Нажмите пробел для продолжения. Если у персонажа есть какая-нибудь полезная информация, появится взаимодействие допрос. Выберите это взаимодействие, чтобы заставить персонажа говорить. После того, как вы получите нужную информацию, нажмите огонь левой кнопкой мыши, чтобы нокаутировать и выпустить своего противника. Хорошо. Привет. Привет. Я тебе не нравлюсь, верно?
Не так сильно, больно. Ну, прости. Какой код у двери? 28469. Рад был с тобой поработать. 28469. Рысь! На следующей двери стоит сканер сетчатки глаз. Эти штуки дешевые, а взломать их почти невозможно. К счастью, вопрос лишь в том, как доставить сканеру нужный глаз. Как правило, глаз офицера. Джентльмена, который стоит впереди, сканер распознает. Убеди этого парня открыть дверь. Чтобы заставить противника сотрудничать, подкрадитесь к нему сзади и схватите его. Удерживая противника, подтащите его к объекту, который он должен использовать, и нажмите клавишу взаимодействия пробела, чтобы заставить его сделать это. Давай поработаем над скрытностью. Твое оружие должно быть последним доводом. Невидимость – вот твое лучшее оружие. Мы установили на твоем обмундировании сеть фотоэлементов, соединенных со счетчиком видимости твоего ПСС. Если счетчик показывает 4, то ты сияешь как публичный дом. Если 0, ты стал тенью призрака. Индикатор скрытности в нижнем правом углу экрана показывает, насколько вы освещены. Когда стрелка находится в правой части индикатора, вы освещены хорошо. Когда стрелка в левой части индикатора, вы практически невидимы. Вам придется выстрелить по лампам, чтобы пройти мимо этой камеры. Выберите пистолет в своем быстром инвентаре, возьмите пистолет в руки, Е, выстрелите, нажмите клавишу «Огонь». Бля, сейчас нам пробегать будет. Камера безопасности. Бля, серьезно? Запорол. Я вижу тебя на мониторе, Сэм. Попробуй еще раз. Запоролся, сука. Бля, опять что ли выстреливать, ебать, серьезно? Надо сохранить тогда тут. Давай. Так, как тут? На F5 сохраняется, по-моему. Хуя себе камера, ебать, как ее объебать? Сейчас она будет идти. Камера безопасности обнаружила поставку. Камера безопасности видит постороннего. Да ну нахуй, чё это за камера такая крутая? А что, он с ночным видением, да? Вот так вот наебём нахуй. Некоторые камеры довольно хрупкие. И все, что тебе нужно сделать, чтобы пробраться мимо них, просто прострелить их. Хорошо, это я всегда умею. Некоторые камеры не за
не защищены бронированным корпусом, выстрелите в такие камеры, уничтожают их выстрелы, позволяя вам пройти незамеченным. А вы можете прижаться к стене, чтобы вас было сложнее заметить, нажмите клавишу «Взять в руки Е», чтобы, выглядывая, достать свое оружие. И вы сможете стрелять из-за угла, оставаясь в укрытии. Ебать, конечно, стрельба, но... Блин, там еще одна, что ли? Иногда единственный способ миновать камеру — держаться в тени и точно рассчитывать свое движение. Да. Нахуй, а из аргонтометов, ебать по ней. Рассчитывайте свои перемещения, держитесь в тени, чтобы не оказаться за снятым камерой. Оглуши стражника в коридоре и спрячь его тело, пока этого не заметил охранник. Чтобы нокаутировать врага в рукопашном бою, пройдите к нему вплотную и нажмите огонь левой кнопкой мыши. Встаньте над нейтрализованным врагом и выберите взаимодействие по доброте или пробел. Отнесите противника в какое-нибудь темное уединенное место и нажмите клавишу взаимодействия пробел еще раз, чтобы бросить его. Еще на картах можно носить его, прикинь. Ладно, Фишер, давай приведем еще одного охранника, чтобы оценить твою работу. Приводи, я че. Хорошая работа, Сэм. Помни, что благоразумие жизненно важно для наших операций. Если ты будешь заметать свои следы, то это в перспективе очень нам пригодится, чтобы доказать, что мы необходимы. Хорошо. В следующем коридоре все то же самое, но со звуком. Я буду прослушивать несколько вмонтированных микрофонов. Чтобы перемещаться бесшумно, старайтесь держаться более-менее мягких сплошных поверхностей, например, ковров или бетона. Избегайте ненадежных или сыпучих поверхностей, например, дерева или гравия. И не забывайте, что чем медленнее вы двигаетесь, тем меньше шума создаете. Нажмите пробел для продолжения. Чтобы присесть на МТС, в таком положении Сэм движется медленнее, но намного тише. Кроме того, вы сумеете бесшумно приземлиться, если спрыгнете с высоты. Как будто я уже на миссии, блин. Вот у нас хранится. Ты уже начал? Фишер! Господи боже, ты уже дошел до конца! Феноменальная работа! Идем дальше! Сам махуй. Куда? Сюда? Сюда. Должно быть, это он. Ну да.
Сэм Фишер, позволь мне представить тебя Вернона Уилкса-младшего. Привет. Здорово. Я слышал совершенно безумные рассказы о твоей работе. Я надеюсь, ты не думаешь, что я рассказывал ему твои истории про Кувейт? Мы тут все друзья. Точно. Уилкс давно в УНБ. Он будет твоими колесами, крыльями и оружием. Он отвечает за транспортировку и оборудование. Отлично. Без вопросов. Приятель, тебе должно быть не терпится вернуться к работе, а? Это все, что я умею. Ну что ж, это все, что нам нужно. Добро пожаловать в УНБ. Я уверен, что все пойдет хорошо. Третий эшелон — совершенно новый проект, и нам многое придется доказать. Это точно. Вы двое будете первым оперативным отрядом третьего эшелона. Будьте готовы к этому. И не подведите нас. Добро пожаловать в УНБ. Все, на тренировку все, да? Так, мои поздравления, Фишер, ты доказал, что ты именно тот, кто нам нужен. Твоя задача показать, что и один в поле воин, что даже один человек может выполнять секретные задания с хорошим результатом, и ты будешь заниматься разведдеятельностью и действовать согласно полученной информации.